Всем привет! Холода не заставили нас долго ждать, так что пора утепляться. В сегодняшнем видео рассмотрим разные пальтовые ткани, которые есть у нас в наличии. Из всех этих тканей можно пошить демисезонное пальто или полупальто, кейпы, также использовать для пошива головных уборов. Пальтовая ткань меланж серого или бежевого цвета. Ширина ткани 150 см. Состав 98% полиэфир, 2% спандекса. Страна Китай. Ткань довольно плотная и форму держащая. Какие-нибудь пышные рукава в пальто будут смотреться очень эффектно. Пальтовая ткань ладен. У нас представлена в нескольких оттенках. Данный цвет называется васильковый. Здесь 40% шерсти и 60% вискозы. Ширина ткани 150 см. Страна Китай. Цвет морской волны, оливковый цвет, цвет марсала, коричневый, темно-розовый, васильковый. Будьте яркими этой осенью. А это пальтовое букле. Отличается ярко выраженным рубчиком. Здесь 45% шерсти и 55% полиэстера. А вот пальтовый кашемир. Из него можно шить легкие пальто, накидки или безрукавки. В составе 75% полиэстера, 21% вискозы и 4% спандекса. Страна Китай. Ткань довольно плотная и тоже может образовывать хорошие формодержащие складки. В нашем магазине вы найдете большое разнообразие цветов. Все ссылки на эти пальтовые ткани будут в описании под видео. Ну, если вы любитель принтов, то мы вам подготовили новые расцветки гусиной лапки. Ширина этих тканей 150 см, состав 100% полиэстер, страна Китай. Плотность у них 600 грамм на метр погонный. Надеемся, что вам понравилось это видео. Покачайте головой! До новых встреч!